В прямом эфире телеканала «Краснодар», программа «Город сегодня», в студии Алексей Коваленко. Здравствуйте. Я вижу, что сейчас у нас на телерадиокомпании проходит детская экскурсия. Сегодня день защиты детей, и каждый взрослый хотя бы на минуту может стать ребенком и немного пошалить. Заходите, ребята, в студию. Здравствуйте. Ну что ж, поздравляю вас всех с праздником, Днем защиты детей. И желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Ну, я, конечно, не волшебник в голубом вертолете, но у меня для вас тоже есть подарки. Мороженое хотите? Да! Ну, тогда я вам сейчас все это устрою. Угощайтесь! Спасибо! Спасибо! Держите, держите, держите. Молодцы! Ну все, спасибо вам, ребята, большое. Забирай. Вот тебе еще один. Желаю вам удачи провести очень интересную экскурсию по нашему телеканалу. До встречи в эфире. Ну а я, с вашего позволения, продолжу эфир.